диаметрических констант. Вот, и давайте мы ее посчитаем. Значит, первый интеграл, который у нас есть. Thank you.
здесь переходим к интегрированию? Давайте результаты используем уже явно неделю. У нас учитель так, у нас во втором порядке было так. То есть если собрать все, что при сигма штрих-квадрате, вот. И сигма штрих-четвертая объединить, вот как раз такие результаты.
выражение. Не слышу, что? Я тебя все не слышу. Ну да, да, да. То есть там все собрали, то, что давало сигма штрих квадратное действие. И все собрали же, что давало сигма штрих четвертый. А все, что выше, там шестая степень поймет, мы выносим. Давайте мы к этому придадим какую-то такую константу плюс собственно, все у нас готово для того, чтобы сами уравнения зависимость от координат, так? То есть мы еще
еще не восстановили обратный масштаб. Обратный масштаб мы восстанавливаем с помощью операции. Сокращаем длину. Сама спиновая переменная, зависящая от старой координат, записывается через спиновую переменную. От новых координат с помощью этого парня. Это из масштабного анализа света. Тогда здесь вообще говоря, надо и новая константа тогда будет связана со старыми. Вот это и есть уравнение, которое связывает новую константу переноперированного ньютониана со старыми. Вот это преобразование дополнительно необходимо, оно сохраняет инвариантную нулевую часть ньютониана. Помните, с градиентами связано. В первом порядке мы уже все равно не устроили, да? Четыре мы сделали, что-то. Но с первого порядка было как раз с этим мерой, все равно же. Первое у четырех считается, а здесь-то нет, мы сейчас сохраним это написано. Так. Мы выписываем уже одно уравнение, помните, вот как, когда на первом шаге ограничились, мы уравнение для венор-группы R выписывали, и U, вот до первого порядка вот только вот это возникало. Так, дальше. Здесь надо учитывать, что U самого порядка. Так, сейчас давайте неподвижную точку искать.
особенность этого явления, что всегда константы приходят. То есть константы взаимодействия связаны с самодействием. Значит, у нас тогда получается на положение неподвижной точки.
Второй порядок для коэффициента времени. Ну, а эти коэффициенты у нас уже все посчитаны, ответы записаны. Значит, у нас так получалось. Это x и как бы есть расплата. Здесь давайте предыдущие слова я
Вот смотрите, как это все правильно. Вот это у нас уже эпсилон. То, что мы сейчас неподвижную точку будем искать, она тоже окажется пропорциональной эпсилон. То есть это слагаемое эпсилон. Точно так же здесь. Поэтому это тоже слагаемое эпсилон. То есть это можно выкрасить. И у нас остается только пара вот этих единственный способ избежать просто насады, зафиксируем точку здесь, да? Вообще просто подрачить. Да-да-да, посмотрим. Это когда вот эта штука залупится. Thank you.
вот эта точка, которую мы получили, она является универсальной, то есть свойственной множеству моделей, в которых физика определяется градиентной частью и квадратичной полуостью сигма в квадрате. И когда взаимодействие сигма в четвертой получается. Ну, в частности, это применимо к официальной газе-мельницкой модели. Точка эта получила имя, называется критическая точка Вильсона-Кадама. Остается неизменной при образовании фейскейлинга. Да, фейскейлинга, да. Так. Значит, у меня стали еще записи, там сейчас. Сокращенного варианта, так сказать. Значит, давайте вспомним, как у нас константы R, X, Y и RZ связаны были с константами исходного гамильтониана. Значит, у нас R перпендикулярный, то же самое, что и X. Получается так, смотрите, у нас исходно три параметра гамильтонианов. Он искусственно сделан.
для того, чтобы согласовать число уравнений Ренор группы и число тех уравнений, которые мы сейчас получим. Уже явно не получится. Ну, что тогда у вас возникает? Значит, я перпендикулярно с учетом вот этих результатов, если подставить. Вначале у нас никаких связей не было между этими константами. Да, они независимы от этого. А то, что мы их ввели вот так, это ничего не противоречит? Да нет. А что? То есть это означает, что у нас обмен отчитывается, реальный обмен, через эффективный контур. Да, хотим сделать, чтобы у нас сократилось и расцепилось. Да. Чтобы от этого проблемы избавиться. Получается так, что у нас, видите, две, как бы, получается, в кавычках, микроскопические, два микроскопических параметра, которые зажигают, связаны с теми константами модельного гамильтониана, Гейсмана, да,
Если подставили, это будет. Thank you.
вначале критические индексы через теорему неявных функций вычислял. Дальше.
вот здесь у нас возникает движение. Так, вот это слагаемое само по себе, да, оно, видите, только курс держит, поэтому это даст просто слагаемое. А вот это оставим. Дальше вот это тоже даст просто слабенный без останков каких-то, а вот тут без Папа.
Тут вот это сломляемое, чем отличается? Только ножик или водой второй, да? То же самое получается.
А, из квадрата не надо. Да, это да, 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 да. Это за счет. Ну и вот. Это уже мнение винолюбка для параметров. Значит, мы вспоминаем, как у нас группа обходился. Так, хрустиды у нас. Это исходное ро минус 2. Мы его сейчас сюда и запихиваем. Thank you.
это выражение, да? S квадрат на 2. Мы знаем, да. Так у нас получается с вами первое упражнение. Значит, упражнение, это есть S, 2, 1, 3 плюс. Вот первое упражнение, которым связывается линейно новый коэффициент уровня и старый правый старт. Давайте начнем на первый старт. Сейчас точно так же мы со вторым уравнением, это мы ρT добавили, сейчас надо с уравнением для G. Жизненная функция. Так, у нас, значит, вот такое уравнение работает. Подставляем сюда как раз те уравнения, которые были получены. Так, reset. Так, потом мы объединяем. Так, вот это сокращается. Здесь будет минус S квадрат. Вот так вот, минус 3 у пополам плюс у пополам. То есть остается.
простой. Так. Здесь у нас. Представляем видео.
получается, уже шрифта, вот это у нас все в одной степени будет. S. Экспоненты так определяются по собственному назначению матрицы. Какие-то экспоненты связаны с жесткостью системы, которая определяет критический индекс компенсационный. Это критический индекс. Значит, в любой модели Гейзенбергского типа с тремя компонентами спина, пространственная размерность. Корреляционная длина при приближении к точке фазового перехода придется в первом следующем уровне, в
Денил определяется в этом соотношении. Как видите, зависимость здесь идет только через N число компонент спина и через вероятность пространства. Никакие детали не влияют на поведение функции. Это называется универсальность поведения. Так, следующее собственное значение. Смотрим, если он оказывается больше нуля, в нашем случае, так, он показывает, что это взаимодействие существенно, но оно влияет на поведение системы объективно, очень классно. Если меньше нуля, то окажется последним показателем. То это слагаемое вообще из гамильтониана можно выкидывать себе, так оно никак не, так сказать, не скажется. Координана будет такой огромной, что как бы забьет всякие. Здесь слагаемый с эпсилон квадрат тоже предполагает, да? Ну да, конечно. То есть там у нас все вычисления линейные были. Но здесь связывают, что говорю, как бы не было неправильной точки зрения, можно теорию возмущения приводить к более высоким порядкам, так, и уточнять результаты критических индексов. И в современной литературе есть таблицы, которые до пятого порядка, такой аналитический там все описано. Но принцип остается неизменным. Все эти индексы будут содержать только в качестве параметров число компонент спина и разметность ДНП. Здесь в этом смысле универсальность является. Но это будут поправки к уже имеющимся результатам эпсилон квадрат, там эпсилон кубиком и так далее. Как правило, для экспериментальной проверки достаточно первый порядок держать, уже будет отклонение от теории Болтава. Сколько известно, там единственная система, в которой что-то удалось более-менее померить, это жидкий гелий до сих пор, а в магнитных системах кинетические индексы так до сих пор измерены. Точности не хватает, на самом деле, да, точности. Ну, а гелий в этом смысле до того идеальная система, что ничего другого, что
там электронная подсистема начинает, значит, фонованы начинают вкладывать. В общем, там очень трудно, а прецизионность высокая. Точность на логарифмическом масштабе должна обеспечиваться, ну, чтобы вот эти вытащить. Не сходится. Ну, знак хватает, порядок хватает. Чисто не хватает. Так, следующее, что так, это у нас. А, ну и для D, ну, здесь двойка означает, что параметр D существенно, то есть он при масштабах растет. Вот. Ну и результат не случайный, он показывает, что G и D определяют физические свойства системы. Если G будет большое, вы получите их хизинговское поведение системы. Да? Если D будет большое, вы получите планарное предназначение в виде спирали. То есть в зависимости от того, какой параметр, ну, на фазовой диаграмме окажется больше, вы получите либо поведение Z изинговского круга, либо X модели за спиральное предназначение. Ну а критические индексы, они вот в смысле универсальные и те же самые, что для газимперской модели. Здесь, так сказать, наличие анизотропии Лицея-Лошинского не оказывает влияния на вот этот показатель. Так, ну ладно, то есть вот в общем все. Так, давайте я вот ручки отдам. Тут у меня много промежуточных вычислений, таких вспомогательных, то есть я эти индексы по-другому еще выводил здесь, так что будет интересно, сами разберете через неявные вопросы. Ну, результат совпадается. Так. Ну, тогда вот с этой темой мы тогда закончим. Да? А следующее это диаграммные расчеты, я расскажу, как получать критический индекс, пользуясь диаграммной техникой. Естественно, как известно. Как же нам все. То есть мы покажем, как это весь дело. То есть он на самом деле не тянул в порядке, как мы честно все описывали. А он догадался, как диаграмма спуска оценить. По диаграмме получал этот результат. Там все просто выводится. Ну, конечно, так сказать, его коды повторить невозможно. Интуиция гениальная менее. Потому что был прецедент в 73-м году, вот для этой задачи, которую я сказал, так, а Рони сделал это в 91-м году. А в 73-м был один американец, вот, он попытался определиться на диаграмму, сразу примерно, что коррекционное поведение должно определять, критическое поведение должно определяться определенной коррекционной функцией. И он с потолка брал. Вот. Висс он тоже в статьях как бы формально с потолка брал. И считал критические индексы, но оказалось неправильно все. Что здесь момент толки. Ну, вообще, Ленар группа вещь все-таки такая, ближе к искусству. То есть здесь есть некий общий момент, что вы взаимодействие дописываете и начинаете как бы вот по рецепту, который у нас описан, после интегрирования по быстрым кодам выделяете слагаемые, которые напоминают слагаемые на любой части дня, ну, соответственно, там тоже диаграммы образования, и дописываете поправки к константам. Всегда здесь открытый вопрос, до какого порядка. То есть с определением подвижной точки мы должны проблемы возникнуть. И вот в частности в этой задаче нетривиальный момент, как получить линеализованный вот этот момент. Здесь такой тоже тонкий на самом деле. То есть, наверное, так не догадался. Он классик 11. Еще кто эту технику развивал в 70-х. Но вообще говоря, с точки зрения математики, ну, как алхимию делаем, да, то есть у нас два уравнения, мы пытаемся из них составить уравнение до трех элементов, то есть
То есть вот этот сдвиг, он как бы руках проводится. Я буду формально это мастерироваться с точки зрения математики. Исторически ты откуда? Какие первые были работы с использованием? Ну, вообще, когда группа так развивалась, первый, как сказать, первая идея это была вообще, когда нельзя представить, в теории частицы элементаров. Я вам что сказал. Просто задавались вопросом, если мы расстояние увеличиваем вот так вот между частицами, как взаимодействие между ними меняется. И, по сути, решалась задача зависимости константов взаимодействия от расстояния между частицами. Вот как бы, как закон Кулонова, фактически, там, для глюонов, ионов, там все. Вот. Это вот Богданов и Шевкова занимались. И, собственно, техника, вот, теория возмущения, вот, как бы, подсчет констант через теорию возмущения, то, что мы делали, ими была сформулирована. Это 57-58 год. Но там возникали проблемы, во-первых, расходимости. Так, то есть они не знали, что с ними делать. Для них это была смерть, потому что теория возмущения для них рассматривалась как нечто такое, что должно сходиться. Вот это от расходимости. А уже в конце 60-х, начале 70-х Лисон другим содержанием наполнен. У него масштабное преобразование связано с традиционной длиной волны. То есть S у него параметр, он отождествляет волны. И тогда понятно, что приближаясь к точке ПЦ, у вас коэффициентная длина растет. Это означает, что у вас все масштабы в системе увеличиваются. И, по сути, у него с точки зрения физики решается задача, как взаимодействие, исходный обмен, там, анизотропия, Дзелашинский и прочее, как эти взаимодействия, значит, ведут себя с ростом тепловых флуктуаций, то есть когда мы в ТЦ приближаемся, флуктуация начинает поступать. Насколько эти взаимодействия существенны вблизи критической точки. Но вот оказалось, что часть из них действительно продолжает управлять физическим поведением системы, то есть дают форму коррекционных принципов. Да. А часть, ну, как сказать, при нулевых температурах важна, тонкий эффект определяет, а приближаясь к ТЦ, о них вообще можно забыть. То есть всякие тонкие анизотропии и прочее, то есть они, как правило, не летают. Ну и вот им был сформулирован принцип универсальности критического поведения. То есть оказалось, что вот этот критический показатель можно получать не работая напрямую с моделью Гейзенберга, а сразу записать эффективный там, функционал Гинсбург-Палантау модели вот, и получить все то же самое. То есть, как бы, на этом как бы, я, как бы сказать, все и строится, что модели обладают универсальным применением, то есть приводят к одному и тому же ответу для критических индексов. Поэтому при описании явления вблизи ТЦ можно не работать с начальниками линейного исхода, а брать эффективный какой-то, эффективный функционал и на нем все считать. И получить проект. То есть вот эта идея была. Ну вот, ключевая то, что здесь масштабное преобразование напрямую на температуру связано. Ну потом в 90-х годах квантовые механики уже стали это дело применять. Работа там так поднимал, не разбирался там, но я, может, говорил, перерешивал просто стандартную задачу квантовой механики с помощью как бы реногруппы. Там менялся атомный масштаб, то есть вот там удается, скажем, вместо времени Шрёдингера записывать, значит, изменение константы Гамильтониана вот, в зависимости от изменения атомного масштаба и, значит, получать спектр там. То есть какие-то классические результаты. Новых результатов они не получили, поэтому это так, таким, как сказать, математическим упражнением осталось. Ну, интересная математическая теория. Ну, а самыми тонкими моментами являются поиски подвижных точек. То есть, вот, собственно, определили, и на этом вся физика и строится. Есть, скажем, точки Гауссовые, это для размерности для больше 4, мы эту теорию не смотрим. Для размерности меньше 4,
вот, критические свойства определяются точкой Висона Каданова, что это универсальное. Ну и сейчас вот современное развитие идет примерно так, хотя тут много уже чего делали, если есть какой-то гамильтониан, их, как правило, физики-то не очень-то много, то вот, типа синусовая, вот так ничего. Вот. Пытаются развить какую-то процедуру переменную константу. Какие-то уже потом известные физические модели сходятся, которые есть точно решаемых моделей, вот, такого типа, типа синусовая волна, там, русского порога, то есть такие вещи. То есть как логика этой науки строится. Ну, там иногда везет, иногда не везет. Вот модель синус Гордона удалось Венербергу решить в 78 году. Вот это все, что мы стали смотреть, это 72-73 года, 82. Синус Гордон там за счет того, что как бы, потенциальная энергия гамильтониана не степенная, а периодическая, там, функция косинус. Процедуру математическую строили только в 1978 году, что меня не создали. Тоже не все просто. Ну и современные еще есть подходы, это функциональная лимангрупа. Тоже для ряда моделей гамильтонианов удается получить уравнение лимангрупы, но там техника совершенно другая. То есть, будет ли он цветим, а то он не тоже нет цена, но не будет цветим. Будет желание, скажем, то есть тут фаза зависит. У меня лекция к канату все. Ну ладно.